что ж, прошло почти полгода, как здесь, на океане, я снял первый маленький-маленький сюжет из серии проекта «18 измерение». Я еще не знал, во что он выйдет, во что это все выльется. Я просто чувствовал потребность. Я ощущал необходимость. Я был вдохновлен возможностью, открывающейся такому удивительному собеседованию. Я привык отвечать на вопросы в зале. Иногда их было больше людей, иногда меньше, иногда были вопросы интересные, иногда нет. Иногда я читал книги свои, иногда стихи. Но всегда это было вторичным. Потому что первичным всегда выступает тот человек, который задает вопросы, который тебя слушает, он первичен. Но когда ты сидишь перед камерой, и когда никого нет, ну, условно, потому что почему-то именно сейчас, когда вот я решил снимать здесь, в этом месте, появились какие-то гимнастки, которые снимают свои клипы для каких-то программ, появились какие-то ребята, которые пришли сюда, ну, не знаю зачем, может курить марихуану, может еще чего-то. Ну, каждый приходит сюда за своим, а... Ну и я, получается, тоже за своим. Проект «18 измерение» удивительный. Вот уж кого он вздрючил, если можно так сказать, так это автор, меня. Первые программы давались очень тяжело, ну очень тяжело. Я не знал, как говорить. Потому что легко отвечать на вопрос, тебе задают вопрос, это уже рамки. В пределах этих рамок ты чувствуешь себя компетентнее того, кто спрашивает. Это всегда ошибочно, но тем не менее, ты себя так чувствуешь, и ты отвечаешь, и тот, кто тебя слушает, у него складывается впечатление, что ты действительно что-то знаешь. Но когда у тебя камера, она абсолютно беспристрастна. Она заглядывает тебе внутрь, в сердце, и как вытаскивает из тебя спиральные какие-то витки прозрения. Моего собственного прозрения. Этот проект был бы невозможен, если он был не открывал мне самому что-то. Ну какой смысл рассказывать? Ну, по крайней мере, для меня. Какой смысл рассказывать то, что вы знаете? Еще страшнее, еще печальнее, если я буду рассказывать то, что я знаю. Поэтому океан всегда бушует в моих программах, потому что он смывает все знание до нуля. И показывает очень легко всю его иллюзорность. Я не знаю, что там у меня за моей спиной, ибо у меня нет монитора сейчас. Но я надеюсь, что я себя услышу, подкорректирую, покажу вам эти потрясающие виды гор. В это время восхитительное освещение. На глазах меняется цвет. На глазах. То он был такой бледный какой-то, то он становится коричневым, насыщенным, от темного до светлого. Кое-где зеленеет трава, даже не трава, а какие-то особенные растения. Однажды я на этом месте был с человеком, который еще не родился. Удивитесь, но это было реально. Это был, как потом выяснилось, это был первый день зачатия. Первый день после зачатия. Вот мы пришли сюда с моими друзьями и с тем человеком, который еще не родился. Боже, какое здесь было представление. Вы не представляете. Откуда выползли дикие белки. Есть белки, которые живут в земле. Они совсем не крысы. Они похожи именно на белок. Просто хвост чуть-чуть такой тощий. Они откуда выползли? Какие-то прилетели чайки. Дельфины прыгали так, что, в общем-то, было потрясающим шоу, случающимся на твоих глазах. Моржи приплыли. И все это было в таком удивительном ореоле вот этого цвета. Божественного. Благословительного цвета. Я надеюсь, что у этого человечка, который родился уже, и которому уже, слава Богу, по-моему, да, наверное, уже 9 лет.
стыду своему не знаю. Я думаю, у этого человечка должно быть все хорошо. Он должен быть счастлив. Потому что здесь были его родители, мы с Олей, и мы осознавали, правда, не знали, что ребенок уже зачат. Но мы здесь были счастливы сопричастием вот с этой уникальной природой. Почти дикой. Ну, почти потому, что, ну, совсем рядом цивилизация. А здесь ее нету. Это место окружено горами и выход в дикий океан. Это дикий океан за моей спиной. Это не залив. И вот это состояние счастья, гармонии с природой, со своим внутренним состоянием, с распахнутым сердцем, сердцем готовым к любви, в объяснении любви этому миру, счастью, счастью бытия в этом мире, это же не может не заложить какие-то микро-микро-микро там клеточки. Вот этот потенциал счастья. Ну, понаблюдаем, посмотрим, что там и как случится. Но это же счастье, доступность к этому счастью. Есть же у каждого из нас. И в любое время, причем, независимо от того, находимся мы ли здесь на океане, в окружении потрясающих гор, или мы где-то в городе, или мы где-то... Да какая разница, где мы? Ведь это сопричастность. Миру она абсолютно определяет нас человеками. Человеками. Способными восхищаться этим, способным олюбливать это, способными знать это. Вот это состояние знания этого, это первый посыл к творчеству. Прошлая моя программа была посвящена творчеству и любви. Так вот, я не знаю, о любви там мало кто мне как-то отреагировал. Видно, стесняется. А о творчестве все сказали, ну это здорово. Но это потрясающе, но это так красиво. Да не красоте тут дело. Дело в ответственности. Дело в ответственности. Когда ты перед океаном, ты понимаешь прекрасно, что ты им и из него, и в него. Чем больше я бываю на океане, тем больше я понимаю, что, вероятно, мы оттуда и туда. Вот оттуда и туда. Особенно наблюдая несколько раз переходы из измерений в измерение чаек, когда они вечером взлетают, улетают и исчезают. Буквально вот, ну, совсем недалеко, исчезают. Я это описывал «Солнце священное действие». То ты понимаешь реально, что, в общем-то, океан это представляет как бы синтез измерений. Недаром многие там люди, исследующие инопланетные вмешательства в нашу жизнь, я почему смеюсь, потому что под инопланетностью подразумевается какое-то что-то, нечто такое. Да мы все инопланетяне на этой планете. Мы сюда засланы. Для чего? Для роста сознания. Посмотри, как интересно построена пирамида пищевая. Маленькие там какие-то жучки, поедаемые какими-то птичками. Сами жучки, они еще там чем-то питаются, меньшим и меньше, еще меньшим. А птичек съедает кто-то другой. А этих кто-то другого съедает кто-то третий. И на косулю есть тот, кто ее может скушать. И на тигра, и на всех остальных. И во главе этой цепочки человек. И большей частью, вот особенно эта теория Дарвина и подобные им, они определяют человека как вот частью этой цепочки. Подождите, а нас кто кушает? И что с нас можно взять, кроме костей, ребер, мышц? С нас кушает ментал. С нас снимает сознание. Для этого мы на этой планете. Рост сознания является характеристикой нашей эволюции. И этот рост сознания благословителен тем,
то когда ты реализуешь это сознание через творчество, то ты практически изначально и сразу божественен. Не теоретически. Теоретически мы все божественны, мы все боги по образу и подобию, это понятно. А тут же речь не о теоретическом исполнении и интерпретации, а о реальности. Когда ты занимаешься творчеством, ты практически синтезируешь миры. Потому что творчество невозможно без погружения в тонкие планы, без соединения этих тонких планов с реальными планами. У меня друзья в декабре должны презентовать фильм в Краснодаре. И один из них, ну один из тех, кто снимался в этом фильме, я не буду называть его фамилию, ну хотя он говорит, ну назови фамилию, рекламируй меня, да не надо тут никакой рекламы. Тут речь идет о другом, речь идет о том, что они сняли кино. Вот захотели и сняли. Я не знаю, где они взяли деньги, да и судя по фильму, там деньги очень небольшие. Но кино, актеры, сюжет, сценарий, смонтировано. А теперь они хотят сделать презентацию, они еще хотят на фестиваль этот фильм послать. Оценивать сам продукт, я думаю, глупо. По двум причинам. Во-первых, потому что это мои друзья, которых я очень люблю. А во-вторых, потому что кто я такой, чтобы это оценивать? Но программа о творчестве, которую вы или смотрели, или можете посмотреть, она довольно-таки интересная. Она же родилась благодаря этому фильму. Фильм меня спровоцировал на это. Вот так вот творчество влияет на человека. И самое главное влияние творчества, любого, это спровоцировать вас, меня и вас, и всех на творчество. Свое собственное. Ведь в конце-то концов, творчество, оно соприкасает нас с нашей божественностью. А разве можно оценить божественность человека? И ответственность за эту божественность, кроме тебя самого, кто несет? Никто. Значит, и творчество оценивает. Это сегодня, в принципе, делает очень-очень большое влияние денег на творчество. Я думаю, это время пройдет. Я думаю, это время пройдет. Знакомясь с трипольской цивилизацией, которая была практически 7 тысяч лет, вот от нашего времени 7 тысяч лет где-то там, я был потрясен тому, что там вообще не было денег, но торжествовало творчество. Там не было социальных отношений, не было брака, не было общества, которое возглавлялось каким-либо бы начальником, ничего этого не было. Но было удивительное соприкосновение с космосом. И поддержку этому качеству, этого проникновения, этого единения с космосом, поддерживала жизнь. И проникновение в качество соединения с этим космосом поддерживала женщинами-жрицами, которые собирали вот этих всех людей, кто там был на поляне. Я это все описывал в романе «Купол». Я это видел. Я это проживал. Я стоял на этой земле. Я держал в руках осколки каких-то бытовых сосудов. Я думаю, что это было идеальное общество, но несовершенное, потому что оно было именно асоциальное, ибо оно было бессознательно. Да, это были первые шаги внедрения сознания в человека, и эти шаги опекались каким-то высшим разумом, нашими учителями, которые потом, возможно, курировали развитие человечества очень долго, вплоть до и пирамид, и всего остального. Но сейчас-то уже время другое. Сейчас-то мы все, в общем-то, учителя. Мы все действительно по образу и подобию. И нет никаких границ нашей реализации в творчестве, в любви. Когда мы сюда пришли тогда, как оказалось, потом первый день зачатия, первый день после зачатия, то здесь была удивительная гармония природы и человека. И она проживалась осознанно. Мы понимали, что мы проживаем чудо. Мы знали, что мы пребываем чудо.
Ну а потом, когда через некоторое время выяснилось, что это и был первый день после зачатия, то это все объяснило. И мы благодаря вот этому неродившемуся человечку уже связали себя с космосом на том мгновении. Мы уже проживали этот космос. Мы уже были погружены в счастье и в радость, в гармонии. Конечно, что-то мешает проживать такое же чувство всегда. Но, наверное, это и не нужно всегда. Ибо сегодня великая ответственность в реальной социальности обживать собственную божественность. Ибо чем больше мы будем осознавать свою божественность, я, ты, он, она, мы все, тем больше света прольется на нашу реальность, и тем глубже и глубиннее будет трансформация нашей реальности, о которой мы все так мечтаем. Ну, кто не хочет времени, когда не нужно будет делать работу, которая не нравится? Ну, кто же будет против времени, когда людям не надо будет необходимости быть вместе, если они не любят друг друга? Ну, кто же будет против времени, когда дети будут смеяться, а женщины танцевать? Просто так. Ибо танец просто так – это и есть медитация. Океан просто так, он вечно медитацией, потому что он живой. Жизнь – это и есть высшая медитация на планете. Жизнь. Важно быть ее достойным. Ничего не мешает, кроме нас самих, которые не надо бояться. Иногда пугаются, иногда суетятся. Я сегодня повторил путешествие Солнца. Я описывал это в романе «Купол», а сегодня здесь, на океане, почему-то захотелось повторить это путешествие. И мы с Олей это сделали. Упоительное времяпровождение, общение со старцами света. Что такое 18-е измерение? Проект Владимира Симонова. Ну, есть состояние делания через неделание. Это берешь рубанок, отвертку, там, стамеску, делаешь табурет. Делание через делание. Есть дзеновское делание через неделание. Это когда ты начинаешь понимать, что твои мысли могут менять ситуацию, влияют на события. Есть третий этап. Неделание через делание. Это когда ты совершаешь какие-то действия, абсолютно понимая, что твой результат воздействия этого действия тобой непредсказуем и не может быть предсказан, но ты полностью доверяешь тому процессу, который происходит с тобой, связывая тебя, Вселенную и, ну, то пространство, на что влияет. Есть еще четвертое состояние. Неделание через неделание. Я думаю, что это абсолют Господа. Это когда он в каждом из нас ничего не делает, но нами проживает эту реальность, провоцируя нас на любовь. Вот проект 18-е измерение, он не принадлежит первому этапу роста сознания, делания через делание. Второму этапу тоже не принадлежит делание через неделание. Он из третьего этапа, я думаю. Неделание через сделание. Потому что я что-то делаю и абсолютно счастлив доверять вам проживание результата моего делания. Это и есть счастье. Это и есть счастье сопричастия. Этим мы выживаем. Это есть творчество. И это есть великая для меня радость. Спасибо вам. Спасибо мне. Спасибо океану.
Чайке спасибо, горам спасибо. Боже, всем спасибо. Может, я сегодня зачался? А вы? Падаю в дно высотой, прозрачность наградою, век золотой, симфонией вечностью, гармонию дни, туманом и млечностью, но на огни. Мечтаю, высвистывая дороги небес, мгновенье вылистывая, если воскрес, когда не ступенится, лечу напрямик, пороги оттенятся, проявляя лик, мне время нравится, и страсти полет, все переплавится, солнце. Дает.